Твери изменили расписание троллейбусов. Новое расписание действует 16 ноября. В будни и в выходные сократился интервал движения троллейбусов. В зависимости от времени суток он составляет от 5 до 15 минут. Такое изменение графика можно связать с увеличением потока пассажиров на электротранспорте, которое произошло после подорожания маршрутных такси до 30 рублей. С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте муниципального предприятия ПТП-1.